Вместе в радости, в горе и в дождь. В преддверии Дня семьи, любви и верности на пешеходной зоне улицы Волжская прошла торжественная церемония чествования супругов. Причем первые три пары зарегистрировали свои отношения во дворце бракосочетаний 7 июля. Эту дату молодожены посчитали самой лучшей для оформления отношений. Другие три пары прожили вместе 60 лет. Этих супругов поздравляли с бриллиантовой свадьбой. Торжество сопровождалось романтическими песнями о любви, танцами и проливным дождем. Гости вынуждены были прятаться под козырьками кафе и ресторанов, ну а самые предусмотрительные наблюдали за концертной программой под зонтом. Однако погода не расстроила супругов, а даже наоборот, молодожены пустились в пляс вместе с юбилярами. Оказалось, что все супруги верят в приметы. Приметы, да, то, что будем счастливее, три семерки, еще и куча дождя вылилась на нас, счастливого летнего дождя, поэтому все будет замечательно, мы да, уверены будущее, в этом. Будущее будет ясное тогда всегда, если сегодня дождь. И счастливое, и сопутствовать удача будет. Секрет ваших долгих отношений в чем? Любовь, взаимопонимание, общие интересы. Ему было 23, а мне 21, когда мы поженились. И с тех пор ни он ни на кого не поглядел, ни я ни на кого не поглядела. В завершении праздника каждая пара молодоженов выпустила белых голубей. По словам сотрудников ЗАГСа, в день с тремя семерками 07-07-2017 появилось больше 170 новых семей.